много смотрим рекламы по телевизору, как чистить трубы. Ну, обычные. Вот, допустим, на кухне. Вот, и там очень дорогие средства. Я же предлагаю пользоваться самым дешевым способом. Это уксус и сода. Засыпаем сюда соды. Ну, шивка много не надо. Сейчас он туда ножиком его. Так, чтобы он туда, туда, чтобы сода уходила в канализацию. В колено. Туда она. Ждать, конечно, лучше бы надо было подождать, чтобы мойка высохла, тогда бы спокойно туда прошла сода. Сыпаем. Вот. Ну, больше у меня не попадет туда, что-то я упустил момент. Но желательно, вообще лучше всего подождать, пока мойка высохнет, или вытереть. И теперь на момент уксус. Обычный 9% уксус. Заливаем. Происходит такая реакция. Больше. Можно, в принципе, только всю убить, но нам тоже нужно. Когда, допустим, плохой запах в трубе, труба забита, всю выльет, то вот это средство самое такое наипростейшее. Можно еще использовать лимонную кислоту сюда, но мне хватает и уксуса. И минут через 20. Вот, слышите? Там происходит какая-то реакция. Пустить воду. Так, ждем немножко. Да. Через 20 минут я включу воду. Кстати, после этого канализация работает очень хорошо. Ну, плюс и запах из трубы с колена не идет. Так у нас еще вот там вот. Есть. Все. Шипит, пускай. Ну, через 20 смотрим, что будет. Так, ну время прошло. Сейчас я налил специально кастрюльку с водой, чтобы все быстро прошло. Все так, чтобы пробить. Пускаем. Смотрите, как оно. Жалко, я не показал, как было у меня до этого. Вода уходила довольно туго. Сейчас вот трубы прочищены, все. Вот такой простой и дешевый способ чистки труб. Рекомендую, кстати. И еще надо было лимонной кислоты добавить. Про нее вот вообще забыл. Тоже и прочищают. Вообще запах тут изумительный.